Всем привет, с вами Дива, добро пожаловать на мой канал. Сейчас мы с вами посмотрим видосик от Найса, мое ужасное 8 марта, а собственно анимация. Анимация. Да, лайкосик, подписочка, колокольчик приветствуются, и давайте узнаем, что там у Найса случилось 8 марта. Это было буквально несколько дней назад. Что такое случилось, что он выпустил второй, по-моему, это видос за неделю? Ну, короче, да. Поехали, посмотрим. Школьные времена, 8 марта, это особенный день. От него так и веет чем-то магическим. Ну, знаете, ну, типа, что-то как будто бы в школу идти не надо. Да, что? Я об этом подумала сразу. Господи, спасибо. Но после выходных будет контрольная по математике. Было же. Не умею тут попытаюсь. 8 марта, что? Марта 1, марта 2, марта 3, марта 4, марта 5, 6, марта 7, марта 8. Джекпот! В плане школы этот праздник также значит, что заблаговременно до 8 марта обычно происходит обряд общего сбора денег. Все скидываемся по 50 рублей стрелы на подарки не самым красивым девочкам школы. Почему в параллельных классах всегда девочки красивее, я понять не могу. Почему у нас помогает деньги лягушка? А это, конечно, что? Значит только одно. Мама, Санча. Нам надо скинуться на подарки девочкам на 8 марта. О, как мило. По-любому там уже заприметил себе невесту. Так, сколько надо? 300 рублей. Что? 350? 200, 200. Кого позвать? 150 же, ну. Сотка, 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 сотка. Сорговались? Сотка. Сделаем вид, что не знаешь про 50 рублей. Выдать порцию ремня за вранье. Забрать провод от компьютера. Еще раз спросить, что? Ладно. Косить под дурачка, косить под дурачка. И вот, собственно, мое самое запоминающееся 8 марта, а если бы точнее, за день до. Мы разложили все подарки по партам, девчонки в это время такие... Ого, как же странно, нас не пускают в кабинет, а держат тут в другом кабинете. Похоже на сюрприз. Босс, там одна девочка капюшует, может вырубить ее, а? Она просто не может перенять то, что сейчас происходит. Дай ей шанс! А еще я люблю куклы Братц и готовить игрушечный борщ. Давай, делай куклы! Нет. Ты полюбишь делать куклы Братц. Что происходит? Гребаные куклы Братц! Пусти меня! И вот мы ждем в коридоре, пока придут девчонки. И в это время я надвигался в сторону пацанов. Я не знаю, кто первый что начал, но все выглядело максимально безобидно. Пацан-блондин похож на злую училку. Заткнись! Ты жирный. Я сказал, заткнись, заткнись! Твою училку. Жирный. Заткнись. Жирный. Заткнись. Такого подарка я даже не ожидала. Вот это мальчики молодцы. Постарались на славу. Кто-нибудь хочет поиграть в куклы Братц? Я не буду задерживаться. Мы с пацанами судорожно уводим Женю в туалет, чтобы никто из учителей не спалил происходящее. Уводим или уносим Женю в туалет? Это важный моментик, конечно, такой, знаете. Привели в туалет, макнули воду. Артём, беги за зеленкой! Я как молния МакЧикен первым рейсом за зеленкой бегу и обратно, И все мы знаем, что у школьной медсестры нет зеленки, там только активированный уголь. Ну ты мудак. А помните, нам всегда говорили, что мы самый ужасный класс в школе? Я уже не уверен, что это была просто рядовая фраза. Женя отвозит в больницу. Всем так говорили. А не хочу, кому не конечно, говорили. Накидывать ложку дегтя в бочку с говном. Но девочки уже как целый час стоят в коридоре. Боже, как классно! Это получается целое шоу! Прям как Братц! За Братцу! Все лица передавали то волшебное настроение праздника. Особенно у пацанов. С праздником, душки! Мы на час, может, на три. Сейчас достанем свою трубку и окажемся внутри этой душки. Да ты только посмотри, она думает, не баба, на возьми пачку три, на сянзу этой душки. Единственное, кому тушки. Что-то поднимало тушки. Настроение, это двум чебурекам из класса, потому что завтра 8 марта. Выходной? День рождения у Андрюхи! Тусим с пацанами! Ну давайте, чё вы, ну давайте! Ирина Петровна, вы что делаете? Давайте, ну, давайте, чё вы!
Да, на удивление, к этому моменту Женя уже оклемался. Ну, знаете, что самое забавное, блин? Те, кто устроили всю эту херобору, стали еще дружнее. И все это достаточно быстро забылось. Но зато тот, кто пролил зеленку... Не, давайте запомним этот момент навсегда и будем до конца школы напоминать, что кто-то ее пролил. Это же прекрасный повод, чтобы пошутить. Классика, просто классика. Спасибо за просмотр, амиго. Помимо основного канала, ты можешь подписаться на мой второй канал, а также посмотреть этот сочный ролик. И, конечно же, подписаться на мой инстаграм и группу ВКонтакте. Ссылочки в описании. До скорого! Ну и что, ребят, спасибо огромное за просмотр. Лайкосик, подписочка, колокольчик приветствуются. Надеюсь, ваше 8 марта проходило и проходит лучше. Потому что, знаете, потасовки бывают... Бывают, но перед праздниками они как-то особенно запоминаются. Вот такое, знаете, негативное что-то, что-то негативное, а потом оно как-то так перетекает, и тебе уже вроде не негативное, а как-то даже смешно и забавно. Главное, что все обошлось и все хорошо. Ну, там чуть-чуть покровило, тут чуть-чуть зеленкой, как бы штаны не отстирываются, футболка тоже как бы на выброс. Вот от мамы влетело немножко. Ну, да ладно, вспомним, потом посмеемся когда-нибудь. Скажем мы маме. И может быть это сработает, а может быть и нет. Все-таки как бы нагоняем, мы все-таки получим, да, наверное, скорее всего, все. Пока-пока.